Готовы были убить любого немца. Ров на большое расстояние был заполнен трупами. Он побежден. Ну зачем же над ним издеваться? Вся страна работала на победу. Николай Петрович, место рождения, Московская область, Можайский район, деревня Поповка. Военное звание, капитан, должность, командир батареи. В рядах рабоче-крестьянской Красной Армии состоит с 1939 года. Моя фамилия Удов Николай Петрович. Я родился 12 декабря 1921 года. На хуторе, близ деревни Поповка. Московской области. Нас было четверо в семье. Закончил первое Московское артиллерийское училище. Я получил назначение в Армению, Ленинград. И уже будучи командиром взвода, я как раз был дежурный по подразделению. Я шел в часть, а навстречу бежит посыльной и говорит: «Товарищ лейтенант, война!» Братья и сестры, первые военные нападения гитлеровской Германии на нашу родину. Первый бой у меня получился 25 декабря 1941 года. Мы высаживались вместе с морским десантом в Крым. Мы высадились, и немцы не ожидали. И, короче говоря, наши десантники с ними быстро расправились и беспрепятственно продвинулись вглубь. Вот первый бой. Я должен был бы поддерживать пехоту огнем с противоположного берега. Но пехота далеко ушла, и мы ее не догнали. У нас на вооружении была 152-метровая гаубица-пушка образца там 30-го года. Это уникальное орудие. Эта пушка позволяла вести стрельбу на рикошетах. А что такое, значит, стрельба на рикошетах? Это когда снаряд ударяется об землю или об воду, взлетает и взрывается в воздухе. От этого взрыва не спасает ни один окоп. Ни в одной армии мира такого орудия не было. 152-миллиметровая гаубица – советская гаубица периода Второй мировой войны. Масса – 2725 килограмм, калибр 152 миллиметра, прицельная дальность – 9850 метров, начальная скорость снаряда – 391 метр в секунду, боевой расчет – 8 человек. 152-миллиметровая гаубица образца 1930 года – это орудие, которое стало самой многочисленной советской гаубицей калибра 152 мм, из участвовавших в Великой Отечественной войне. К июню 1941 года на вооружении РКК стояло 2611 таких орудий. Когда высадились в Крым, у нас были специальные экскурсии. Там есть такая станция Багерова. Вот в районе Багерова был вырыт противотанковый ров. А когда немцы заняли Крым, вот этот противотанковый ров использовали для расправы над людьми. Ров на большое расстояние был заполнен трупами.
там и дети, подростки в основном, женщины, мужчины, пожилые мужчины. Женщина убитая валялась незакопанная. Она очень походила на мою мать в этом вот этом деревенском платке. И знаете, как это действовало на нас? Мы готовы были убить любого немца. Женщины, дети, старики пали жертвами дикого насилия и произвола. Никогда в наших сердцах не погаснет ненависть. Великая, священная ненависть к убийцам и палачам. Нас от немцы начали вытеснять из Крыма. Против нас организовали наступление. Я занял наблюдательный пункт дивизиона. Смотрю, примерно 25-30 танков немецких с лощинки сосредоточились, стоят без движения. Цель такая занятная, вы знаете. Вот. Думаю, как это пропустить? И я быстренько там где-то несколько минут прикинул, данные подготовил, контрольный выстрел сделал очень удачно. Но цель-то площадная, большая. 25-30 танков стоит на площади разбросанные. Да? Бей только не хочу. Я две очереди выпустил, и немцы немедленно вызвали авиацию. Вот две очереди позволили они нам выпустить и навалились на батарею. Головы поднять нельзя. Больше батарея не смогла ни одного выстрела сделать. Настолько ее зажали. Надо сказать, что Гитлер, он большое значение придавал Крыму. Ведь немцы владели Черным морем безраздельно. Они под контролем держали все Черноморское побережье, от Геленджика до Новороссийска. Поэтому Крым имел большое значение. И мы второй раз его высаживались в 43-м году. Очень тяжелая была высадка. Тяжелая. Немцы готовились, берега были заминированы, проволока была натянута. Вот по оценке некоторых экспертов говорят, что вот эта высадка стоила нам порядка где-то 70 тысяч потерь. Вечная слава героям, павшим на поле боя, в борьбе за свободу и честь нашей Родины. Эльтигенский десант, у него судьба очень трагическая. Мы пытались их поддержать как-то. Это был десант второстепенной силы имел, отвлекающий десант. А основной десант высаживался вот Еникеле, вот эти знамые, вот Керченский, вот этот полуостров. Мы высадились, захватили большую территорию. Вот. Но дальше Керчи мы продвинуться не смогли. Очень жесткое, мощное сопротивление немцы оказывали. Новый метод появился, мы разработали. Это движение за огневым валом. Артиллерия ставит заградительный огонь. Пехота подходит, артиллеристы переносят огонь в глубину, подавляя противника, и пехота более-менее беспрепятственно продвигается вперед. Вот для того, чтобы это делать, мы взаимодействовали тесно с пехотой. И мы посылали туда своих офицеров. Обычно этим занимались командиры взводов управления. Вот у меня командиром взвода управления был сержант Сидоркин.
Это был вообще-то как заговоренный. Вот лейтенант из училища приходит, месяца три и в госпиталь попадает. Да? Сидоркин ту же самую задачу выполняет, хоть бы что. Сидоркин говорит: товарищ командир, отпусти меня во фронтовые курсы противотанковой артиллерии. Я ему говорю: Сидоркин, куда ты идешь-то? Ты знаешь фронтовую поговорку, так? Противотанковой артиллерии. Ствол длинный, жизнь короткая. Он говорит: товарищ капитан, вы за меня не беспокойтесь, я буду героем Советского Союза. И вот этот мой Сидоркин совсем уже далеко позже, после войны, я встречаю, он герой Советского Союза, весь израненный, но герой. Мы в 43-м году, в ноябре, освобождали Крым вместе с Украинским фронтом. И мы подошли к Севастополю, немцы оказывали очень жестокое сопротивление. Вы знаете, что они выделывали? Немцы в первых траншеях против нас выставляют отрезанные головы танкистов и плакат: вот что вас ждет в Севастополе. Представьте себе, что вы смотрите на этот плакат и видите свою отрезанную голову своего товарища. Мы готовы были после этого любого немца закопать на три аршина в землю. Вот что они добились своей выходкой, чтобы запугать нас. Бои были, конечно, тяжелые. Местность сложная. Взяв Сапун-гору, мы освободили Севастополь и загнали немцев на Херсонес. И вдруг в это поведение немцев это что-то подозрительное стало. Разведка в немецкие траншеи зашла без единого. Да? И командиру батальона звонят, а я слышу: товарищ командир, а немцев нету. Оказывается, немцы решили нас обмануть и улизнуть, бросив технику и улизнуть из Севастополя. Мы огонь открыли, началось сразу преследование. И в конце концов к берегу, вот казачья бухта, их прижали. И 75 тысяч тогда немцы потеряли Крыму. Часть были убиты, а большинство мы взяли в плен. Вот они, непобедимые вояки. Скоро же потеряли свой бравый вид. Немцев направили в лагеря военнопленных, несмотря на то, что вот немцы проявили такую жестокость с нашим населением, желание мстить отпало. Ну, он сдался. Вот понурый этот солдат или офицер, идиот, он повержен. Он уже не опасен. Фашистские молодчики уже почувствовали на себе силу красноармейского удара. Они уже узнали, как горяча советская земля. После освобождения Крыма были приняты решительные меры, действия по дальнейшему ведению войны. Тогда, значит, было 10 таких сталинских ударов, как их именовали. Направили нас тогда на Первый Белорусский фронт, где решалась основная задача Великой Отечественной войны – разгром Германии. За
признавшийся Гитлер и вся его кровавая клика убедятся на деле, как сплочена и едина 200-миллионная страна. И вот мы начали операцию по освобождению Белоруссии. И вот здесь немалую роль сыграла наша контрразведка. У нас темп наступления в Белоруссии в операции «Багратион» примерно в два раза превосходил темп наступления немцев в 1941 году. Вот что значит умелое руководство, умелое управление войсками. Все данные собраны, нанесены на карты, сообщены частям и подразделениям. Шли последние приготовления к наступлению. Я с двумя пушками вышел на берег Вислы, да, с пехотным полком стрелковым. Да, командир полка сказал, что ночью будем переправляться. Всех мобилизовал, переправились на западный берег Вислы мы. Да, беспрепятственно. Только после 12 часов немцы обнаружили, что мы уже на западном берегу Вислы. Это их очень обеспокоило. Командир полка меня вызывает и говорит: «Капитан, ты видишь что-нибудь?» Я говорю: «Вижу, вон пыль идет по дороге, значит, немцы сейчас твоих спихивать будут». «Правильно понимаешь, твоя задача умереть, но не дать спихнуть». Я говорю: «Я понял, а чем я буду умирать? У меня всего 16 снарядов, но что-то надо делать». Наконец появились эти немцы, человек 200, их высыпали на это поле, идут торжественным маршем по боевых порядках. Так. Я приготовил перед этим контрольный выстрел. Я посмотрел, контрольный выстрел хороший. Да. Мне осталось только немцев подождать, пока они выйдут на такой рубеж, где их хорошо можно приголубить. Вот это одну очередь. 4 снаряда всего. Да. Но снаряды-то большие, мощные. Причем на рикошетах они в воздухе взрывались. Да? Я, когда очередь кончилась, смотрю, батюшки мои, немцев нету, куда они делись? А я вынужден был ограничиться только тем, что их, как говорится, спугнул. Да? Не дал возможности сбить наш десант. И за это я получил орден Суворова 3-й степени. Из приказа о награждении в боях с немецко-фашистскими захватчиками капитан Пудов проявил отвагу и мужество при выполнении боевых задач. 18 апреля 1945 года при отражении контратак противника огнем батареи рассеял и частично уничтожил до роты пехоты противника. В период наступления постоянно находился в боевых порядках пехоты, поддерживая тесную связь с командирами пехотных подразделений, обеспечивая их продвижение огнем своей батареи. За проявленную отвагу и мужество при выполнении боевых заданий награждаю орденом Суворова 3-й степени, командующий войсками 69-й армии, гвардии генерал-полковник Колпакчин, 9 мая 1945 года. Надо поставить было точку в этой Великой Отечественной войне. А точку можно было поставить только взятием Берлина. Немцы на защиту Берлина стянули очень значительные силы. Немцы к этому времени изобрели новое противотанковое оружие. Фауст-патрон. Это прародитель ручного противотанкового гранатомета. И они надеялись, как планировал Гитлер, утопить нас в собственной крови.
Для того, чтобы нас подготовить, нам, каждому командиру роты и каждому командиру батареи, был выдан подробнейший план Берлина, где были расписаны улицы и все прочее. Мы умели быстро перестраиваться, быстро находить путь, способы и методы ведения боевых действий вот в этих условиях. Ворвавшись на окраины, захватив первые городские кварталы и массивы заводских районов, наши бойцы все глубже врезались в городскую оборону неприятеля. Смело и широко применялся накопленный нашей армией опыт уличных боев. Мы стали формировать так называемые штурмовые группы. Рота стрелковая. В стрелковой роте в этот состав этой группы включали что? Танковый взвод или танковую роту. Артиллерийскую батарею. И вот эта непобедимая группа, она продвигалась. Пехота уничтожала фаустников. Танки и артиллерия уничтожали пулеметы и другие огневые точки. А в состав этих штурмовых групп включались и корректировщики тяжелой артиллерии. Победу я встретил на восточном берегу Эльбы. 7 мая была последняя стычка у нас. Какая-то речушка. Немцы занимают оборону. Я командир батареи. Причем меня пехота почему-то уважала так. Они всегда говорили командиру: а вы нам вот этого капитана пришли. Я прихожу, а он так с сочувствием мне говорит: вот они сели, остановились. Да? Слушай, война кончается, а я должен солдат своих посылать на смерть. Я говорю: ну и что, я тебя выручу. Давай, я сначала обработаю, потом ты пойдешь. Снарядов 20 или 30 я выпустил, поэтому пристрелял, выпустил на рикошетах. Ну, мы с ним пошли, и пехота пошла, ни одного выстрела. Ни одного выстрела нет. Командир роты, как всегда, впереди идет. Вдруг мы еще не дошли, там перепалка. Тащат этого нашего капитана, командира роты. Убитый. Война для меня закончилась 7 мая похоронами. Он отдал жизнь за правое дело, за родную советскую землю. Восьмого мая. Какой-то деревенька на Эльбе. Да? Вышли, и вдруг нам дают команду. Все, война кончилась, назад. Хватит. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Отмечали торжественно. Кто стрелял? Я не любил стрелять. Я так настрелялся, что я стрельбу до сих пор не люблю. Слава тебе, Господи! Кончилось это испытание. Кончилось. Вот что меня радовало всегда. Кончилось.